Aradvikshyasva Bandavan. Pratutuchaya Pramudita. Pratyututahaya Pramudita. Parishvajya Binandancha. Parishvajya Binandancha. Nanama Krishnam Ramam Cha. Satairapi Abhivadita. Pujayamasya Vidivat. Krishna Parigrahan. Prabhus. Satannara. Varashreshtam Satan Naravarashreshtam Aradviksha Svabandavan Aradviksha Svabandavan Pratyutaya Pramudita Pratyutaya Pradaudiha Parishvagya Binandyacha Parishvagya Binandyacha Namnam Krishna Ramancha Nanama Krishnam Ramamcha Satyarapya Bivadita Satyarapya Bivadita Ujjayam Asavidivat Ujjayam Asavidivat Kristasana Parigrahan Kristasana Parigrahan Satanara Varashreshtam Satanara Varashreshtam Aradvikshya Svabandavan Aradvikshya Svabandavan Pratyutaya Pramudita Pratyutaya Pramudita Parishvajya Abhinandayacha Parishvajya Abhinandayacha Nanama Krishnam Ramam Cha Nanama Krishna Ramam Cha Satayra Api Abhivadita Satayra Api Abhivadita Ujjayam Asavidhivat Ujjayam Asavidhivat Kritasana Parigrahan Kritasana Parigrahan Matajis Satanaravarashishtan Aratviksya Svabandavan Aratviksya Svabandavan Pratyutaya Pramudita Pratyutaya Pramudita Parishvajya Abhinandyacha Nanama Krishnam Ramamcha Satar Apya Abhivadita Ujjayam Asavidhivat Ujjayam Asavidhivat Kritasana Parigrahan Kritasana Parigrahan Sah Sah Hi Akrura Он Акрура Тан Тан Их Кришну, Балараму и Удаву Наравара Из выдающихся личностей Шестан величайших Арат издалека Викшам увидев Сва его Акруры Бандаван родственников Пратютая Пратютая поднявшись Прамудита, Прамудита, радостный. Паришвадья, Паришвадья, обняв. Абинандья, Абинандья, поприветствовав. Чам, Ча, и. Нанама, Нанама, поклонился. Кришнам Рамам Ча, Кришнам Рамам Ча, Господу Кришне и Господу Балараме. Са, Са, он, Таи, Таи, имя, Апи, Апи, и, Абивадита, Абивадита, приветствуемый, Пуджаям Аша, Пуджаям Аса, он поклонялся,
Видиват в соответствии с указаниями Писаний. Критан, которые совершили. Асана сидений. Париграхан принятие. Translation. Перевод. Увидев издалека своих родственников и величайших из возвышенных личностей, Акрура, охваченный радостью, вскочил. Поприветствовав их и обняв, Акрура поклонился Кришне и Балараме, а они в ответ приветствовали его. Затем, когда его гости были усажены на удобные сиденья, он стал оказывать им почести в соответствии с правилами священных писаний. Комментарий. Шрила Джива Госвами отмечает, что Господь Кришна и его спутники обратились к Акруре по-дружески. Вначале Акрура ответил им в том же дружеском умонастроении. Однако позже, радушно принимая их у себя дома, вернулся в свое обычное умонастроение преданного Господа и потому принес поклоны Шри Кришне и Шри Балараме. Намо Вишну Падая Кришна Прештая Бутала Шимати Бхактивиданта Свами Намине Намасте Сарасвати Деви Горевани Пачарине Намшеша Шуньявади Пашати Деши Тарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвейта Гадатара Шива Сади Гора Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Шримад Бхагаватам Ки Джай Шрила Прабхупада Ки Джай. So when Krishna with his associates came to visit Akrura's house. Итак, Кришна со своими спутниками пришли к Акруре домой. Akrura was greeting him in the right way. И Акрура поприветствовал их должным образом. First he showed his side of his true relationship with Krishna as a friend. Сначала он проявил свои отношения с Кришной как с другом. Because this is usually the feeling which comes out of us when we don't see somebody for a long time, and our first original relationship with that person comes in front. Yeah. Потому что это естественное чувство, которое у нас возникает, когда мы долгое время не видели человека, и вот мы встречаемся, и проявляются наши отношения. And then after that, he was also greeting Krishna in the proper spiritual way. А после этого он поприветствовал Кришну должным образом с духовной точки зрения. He didn't sit on the same level with the Lord. Он не сел с Господом на одном уровне. He was worshiping the Lord. Он поклонялся Господу. He washed his feet. Омыл его стопы. Even you will see tomorrow he put water on his head and he was giving him the new cloth and everything. И далее мы будем читать, как он окропил этой водой свою голову, поднес Господу новые одежды и так далее. And he was showing ideal way how we can have relationship with not just with the Lord but with anybody basically. И он показывал идеальный способ, как мы можем строить отношения не только с Господом, но вообще с любой личностью. First part was actually his original relationship with the Lord. То есть первая часть — это его изначальное отношение с Господом. Although on material level Akrura was even highly based than Krishna himself. Хотя с материальной точки зрения Акрура находился даже выше, чем сам in Кришна. The, in related relating to relationship itself. In relation to in order of relationship itself with the Krishna. So he was higher than Krishna. Akrura and Krishna, they original relationship, the relationship of friends. Ага. Да, изначальные отношения Акруры и Кришны — это дружеские отношения. Yes, but second part is the spiritual relationship, which is servant and lord. Но затем, если говорить о духовных отношениях, то это отношения слуги и господина. And he was showing his respect towards the Lord also. И Акрура проявлял свое уважение к Господу. And today I want to use this chance that we touch one very interesting and sensitive topic, and that's relationships. И сегодня я хочу воспользоваться этой возможностью и затронуть эту очень интересную и такую тонкую тему взаимоотношения. And if you ask me personally, I believe that this is one of the most important aspects of Krishna consciousness for one
somebody who is candidate to become a devotee. Если вы спросите мое личное мнение, то я скажу, что это один из самых важных аспектов сознания Кришны для каждого, кто стремится стать преданным. We can follow everything. We can chant. Мы можем всему следовать, можем повторять, воспевать. We can come for the programs. Приходить на программы. We can read. Читать. If we don't follow relationships properly. Но если мы должным образом не строим отношения, if we don't follow etiquette properly, если мы не следуем правильно этикету, we can fall down. То мы можем упасть. So we can do repeating process of following sadhana, but without the proper relationships, we don't have the final result, which is developing the pure bhakti. И мы можем следовать тщательно садхане, но если мы не строим отношения, то мы не достигнем конечной цели према бхакти. And sometimes devotees, especially in the later years of Krishna consciousness. И иногда преданные, особенно когда они практикуют сознание Кришны уже в течение долгого времени, they start taking relationships very light and very easy. Они начинают относиться к отношениям очень легко, так легкомысленно. And supposed to be opposite. Хотя должно быть прямо наоборот. How we are older, how we are more mature, we're supposed to take relationships more seriously. Чем старше мы, чем мы более зрелыми становимся, тем более серьезно мы должны относиться к отношениям. There are different kinds of relationships one devotee can have. Преданный может иметь разные виды отношений. And we're going to touch few of those categories today. И сегодня мы затронем несколько из этих категорий отношений. One relationship we're going to touch is relationship with friends, with God brothers, with God sisters. А во-первых, мы поговорим об отношениях с друзьями, с духовными братьями, духовными сестрами. Another relationship we're going to touch is relationships within family. Затем мы поговорим об отношениях в семье. The third one will be relationship with God himself. И третье, мы поговорим об отношениях с самим Господом. And the fourth one will be relationship with ourselves. А четвертое – это отношения с собой. And all four relationships are equally important if we want to be successful in devotional service. И все эти четыре вида отношений одинаково важны, если мы хотим добиться успеха в преданном служении. There are four principles of religion. Four principles of religion. Есть четыре принципа right. религии. Austerities. Аскетизм. Cleanliness. Чистота. Mercy. Милосердие. And truthfulness. И правдивость. So those four principles we need to implement in our life. И эти четыре принципа мы должны применить Now, в своей жизни. If we want to develop cleanliness, Итак, если мы хотим развить чистоту, that doesn't mean that we need to have the clean dhoti and clean sari. It means that our mind needs to be clean. Это не значит, что у нас должно быть чистое дхоти, чистое сари. Это значит, что наш ум должен быть чист. And in the class that Srila Prabhupada was giving on the, in Bombay 1974, в 1974 году Шрила Прабхупада читал лекцию в Бомбее. He was saying the process is the mind has to be clean of all dirty things. И он сказал, процесс таков, что ум должен очиститься от всей скверны. Mind is the friend and mind is the enemy of everyone. Ум может быть другом, а может быть врагом каждого. If it's clean, then it's friend. If it's dirty, then it's enemy. Если ум чист, он является другом, а если он осквернен, он становится врагом. Just if you keep yourself unclean, physically unclean. Так же, как, например, если вы с внешней физической точки зрения не поддерживаете чистоту, then you can contaminate some disease. Тогда вы можете оскверниться и подхватить какую-то болезнь. And if you keep yourself clean, а если вы поддерживаете чистоту, then you stay healthy. Тогда вы будете здоровы. Therefore, according to Vedic civilization, поэтому, в соответствии с ведической цивилизацией, one has to cleanse himself three times a day. Человек должен омываться три раза в день. They call it three sandhya. Они называют это три сандья. Morning, early in the morning, again at noon and evening. Three times morning, noon and evening. Yes, yes. Утром, в обед и вечером. And cleanliness is next to godliness. И чистота сродни святости. And now the most important part for us for today's class is actually our material condition life means the mind is covered with dirt. И сейчас будет самая важная часть сегодняшней лекции. Далее Шрила Прабхупада говорит: на самом деле материальная жизнь означает, что наш ум покрыт грязью. All unclear, dirty things. Все нечистые, грязные вещи. And this is disease. И это болезнь. When we are in the lower stage of tamaguna and rajaguna. Когда мы находимся в низшей стадии раджа-гуны и тама-гуны, these dirty things are very prominent.
эти грязные вещи становятся очень значимыми. Therefore, one has to raise himself from position of tamagun and rajgun to sattvagun. Они начинают преобладать, поэтому нужно возвысить себя из положения тамагуны и раджагуны до сатвагуны. And the recommended process how to clean the mind is. И каков же рекомендованный процесс, чтобы очистить наш ум? Шриматам свакатха Кришна пунья шравана киртана. Шримад Бхагаватам 1.2.27. Шинватам свакатха Кришна пуня шавана киртана. Шримад Бхагаватам 1.2.27. 1.2.17. I'm sorry. Простите, 1.2.17. One has to hear Krishna katha. Необходимо слушать Кришна катху. And we have to chant the holy name. И также мы должны воспевать святое имя. So basically, this is only process how we can keep our mind clean. Итак, по сути, это единственный процесс, как мы можем поддерживать свой ум в чистоте. There is no other secret. Других секретов нет. And we have to do everything we can during day, during our life, during our process to do exactly that, to listen Krishna katha and to chant the holy name. И мы должны делать все, что мы можем в течение дня, чтобы у нас были эти два процесса – слушание Кришна-катхи и воспевание Святого Имени. And for that, in big measure, it will help us which kind of relationships we are keeping in our life. И это очень поможет нам в тех отношениях, которые мы строим в нашей жизни. There are two different kind of relationships. Есть две разновидности отношений. Healthy relationships. Healthy. Здоровые отношения and toxic relationships. И токсичные отношения. Healthy relationships are helping both parties, lifting up consciousness. Здоровые отношения помогают обоим сторонам, они возвышают сознание. Toxic relationships are filling up mind with dirty thoughts. А токсичные отношения наполняют наш ум грязными мыслями. And they're not helpful at all. И они совершенно не несут никакой пользы. In many occasions we hide behind the thought, okay, I need to be informed what's going on in society, I need to be informed what's going on everywhere, I need to give my opinion. But many times it's happening that this is just a toxic thinking. И часто мы думаем, да, мне надо быть в курсе того, что происходит в обществе, мне нужно знать, мне нужно иметь возможность высказать свое мнение по каждому вопросу, но зачастую это просто токсичные отношения. So we will go to Srimad Bhagavatam. To Srila Prabhupada's statements also to see how to clean ourselves, when we should act on this way or that way. И мы сейчас обратимся Clearly. К словам Шрилы Прабхупады, которые очень ясно говорят, как нам нужно поступать в разных обстоятельствах, чтобы поддерживать чистоту. First of all, we're starting with society. Сначала мы начнем с общества. Srila Prabhupada built ISKCON, that's his offer to his spiritual master. Шрила Прабхупада построил ИСККОН. Это его подношение его духовному учителю. And we are all members of that family. И мы все члены этой семьи. And my personal opinion is that whether family is ideal, it's okay, it's not so great. I cannot change family. That's my family. И мое личное мнение таково, что будь семья хорошей, идеальной или не очень хорошей, не все в порядке там, но мы не можем сменить семью. Это уже наша семья. And I will do everything in my power to my role, my small role in that family to do it properly. И я буду делать все, что в моих силах, играя свою маленькую роль в этой семье, чтобы все было хорошо. Because my only job is to satisfy my spiritual master and Srila Prabhupada. Поскольку моя единственная задача – это удовлетворить моего духовного учителя и Шрилу Прабхупаду. Tamal Krishna Maharaj wrote one letter to Srila Prabhupada in October 1969. В октябре 69 года Tamal Krishna Maharaj написал письмо Шриле Прабхупаде. And as the answer, in his answer, Srila Prabhupada told him this. И в ответ на это письмо Шрила Прабхупада написал следующее. Relationship between God brothers and God sisters must be very genuine and pleasing. Отношения между духовными братьями и духовными сестрами должны быть очень искренними и приятными. Otherwise, the future of our institution will not be very hopeful. В противном случае у нашего общества не особо хорошие перспективы. After all, very soon you have to manage. After all, very soon you have to manage. В конце концов, очень скоро вам нужно будет управлять всем. So this is what Prabhupada said in 1969. Это Шрила Прабхупада сказал в 69 году. 8 years before his departure. За 8 лет до его ухода. He was preparing them. He was training them from beginning.
And he was telling that the future of this movement depends which kind of relationship they will have between each other. Он готовил их, с самого начала он подготавливал преданных, и он говорил им, что будущее этого движения зависит от того, какие у вас будут отношения друг с другом. And that didn't change. Second generation, third generation, fourth generation, principle is same. И этот принцип не меняется. Первое поколение преданных, второе поколение преданных, третье поколение преданных, принцип остается тем же самым. Which kind of relationship the devotees has between each other? It will determine which kind of moment we're going to have. Is it going to be healthy or sick? То, какие отношения у нас будут друг с другом, определит, каким будет наше движение, будет ли оно здоровым или больным. In Shrimad Bhagavatam 3:29-16. Shrimad Bhagavatam 3:29-16. It said, although a devotee sees all living entities on the level of spiritual existence. Говорится, что хотя преданный видит все живые существа на духовном уровне. He is not interested in association with everyone. Но при этом он не стремится общаться со всеми каждым. Simply because the tiger is a part and parcel of the Supreme Lord. Так же как тигр, он является неотъемлемой частичкой Верховного Господа. Does not mean that we have to embrace him. Но это не значит, что мы должны его обнимать. Because of his spiritual relationship with the Lord. Лишь на основе того, что у него есть духовное отношение с Господом. We must associate only with persons who have developed Krishna consciousness. Мы должны общаться только с теми личностями, кто развил сознание Кришны. This is the recipe for those who are serious in Krishna consciousness. Таков рецепт для тех, кто серьезно относится к сознанию Кришны. Relationships that we are gaining, it has to be something which will bring us benefit. That means it will lift us up. That means we have to associate with those who are Krishna conscious. Отношения, которые мы строим, чтобы мы получали благо, чтобы это нас возвышало, мы должны строить отношения с теми, кто в сознании Кришны. Now, recently I was giving English class, just maybe 1-2 weeks ago, and I told them that I have one very special friend in my life. I told them that I have one very special friend in my life. Где-то 1-2 недели назад я читал лекцию в храме на английском языке, и я сказал, что в моей жизни у меня есть один особый друг. Who is always putting me back to the straight track. Который все время возвращает меня на правильное русло. And that sometimes can sound dry, we call it dry, but it's actually perfect relationship. И иногда нам кажется, что это какие-то сухие отношения, но на самом деле это идеальные отношения. His name is Navina Nirada Prabhu. Его зовут Навина Нирада Прабху. Many of you know him. Многие из so вас его знают. So the point is that Navina is my very old friend for very many, for many, many years, and every time we having association. It's a spiritual association. We are discussing about the Lord, about Krishna. Он мой старый друг в течение многих-многих лет, и каждый раз, когда мы с ним общаемся, это духовное общение. Мы говорим о Господе Кришне. Even when we accidentally go into, you know, some political discussions or whatever, you know, we immediately go back into Shrimad Bhagavatam and try to fix on the topic that we are discussing about. Даже если мы случайно уходим в сторону и касаемся каких-то политических тем или еще чего-то, мы сразу же стараемся вернуться к Шримад Бхагаватам и обсуждать это. And always when I finish relationship with him, like just recently he left for South America, before that we spent full afternoon together alone, and I always feel more Krishna conscious than before. И всякий раз, когда заканчивается наш разговор, как недавно он уехал в Южную Америку, но перед этим мы всю вторую половину дня провели вместе, вдвоем. Каждый раз после этого я чувствую, что мое сознание и сознание Кришны возвышается. From my understanding, that's the right kind of relationship. И я считаю, что это правильные отношения. I also have friends that we are talking about many different topics. У меня также есть друзья, с которыми мы говорим на множество разных тем. And sometimes I think we are having very useful conversation. Иногда я думаю, что это очень полезные беседы. But after that relationship, I feel very much down. Но после этого общения я чувствую себя немножко опущенным. I feel that my mind is not clean. It's full of pollution. Я чувствую, что мой ум теперь неспокоен, в нем какие-то беспокойства появились. For 13 years I was involved in high management here in ISKCON Mayapur. For 13. 13 years, and many uh-huh. times after meetings, you also feel full of pollution, full of, you know, so many bad thoughts. 13 лет я был вовлечен в менеджмент в Майпуре, в управление, и часто после встреч
у меня было ощущение, что ум он загрязнился, в нем много грязных мыслей. And there are certain topics that if we cannot change anything, better to avoid to talk about that. Есть определенные темы, если мы ничего не можем изменить, то лучше вообще на эту тему не говорить. Better to talk about the Lord. Лучше говорить о Господе, о Кришне. And if we want to talk about devotees, better to talk about good examples instead of bad examples, to glorify some devotees. А если мы хотим говорить о преданных, то лучше говорить о хороших примерах, а чем о плохих. Лучше прославлять кого-то. So basically, we have to avoid toxic relationships. Итак, суть такова, что мы должны избегать токсичных отношений. Those relationships which are based on gossip, those relationships which are based on criticism, it's not healthy for us. Отношения, которые основаны на сплетнях, на критике, не являются, совсем не являются полезными для нас. There are ways, there are forums, there are certain places where we can be informed, we can give our contribution, but we should not be overflow with that. Есть определенные места, какое-то время, определенный форум, где мы можем внести какой-то вклад, чем-то поделиться, сказать свое мнение, но мы не должны быть постоянно в это погружены. Now the question is how to put relationship properly. И теперь возникает вопрос, а как правильно выстроить отношения? And in 1976, during his morning walk, Srila Prabhupada gave one very nice advice to devotees. В 76 году на утренней прогулке Шрила Прабхупада дал очень хороший совет преданным. Somebody asked him about marriage. Кто-то спросил его о менеджменте. So the base for his answer was relationship in the marriage, but actually the same principle we can use everywhere, его in any way kind of relationship. О семейной жизни. И он дал главный принцип отношений в семье, но этот принцип относится ко всем отношениям. A boy, a girl, or a man, or a woman in relationship of love. Мальчик, девочка, мужчина и женщина в любовных отношениях. That relationship breaks as soon as the lusty desire is not fulfilled. Эти отношения разрываются, как только похотливые желания перестают удовлетворяться. So here there is no question of love. Поэтому тут и речи нет о любви. It's just a lusty desire. Это просто похотливые желания. Real love can be achieved when it is exchanged with Krishna or God. Истинную любовь можно обрести, когда есть взаимообмен с Господом, с Кришной. And he has to be in the center. И он должен быть в центре. Every time we have conversation with somebody. Каждый раз, когда мы строим с кем-то диалог, every time we have a relationship with somebody, каждый раз, когда у нас с кем-то есть отношения, including when we have a relationship with ourselves, включая отношения с собой, we call it relationship with ourselves in the karma world, but actually this is relationship between us and mind, really. В кармической среде это называется отношения с собой, но на самом деле это отношения между мной и моим умом. The Lord Krishna has to be in the center of that relationship. Господь Кришна должен быть в центре этих отношений. We have to behave, we have to tell in the same way like he's sitting right next to us. Мы должны поступать, мы должны говорить так, как будто Господь сидит прямо рядом с нами. Only relationship when there is only two people talking is actually when we are talking to ourselves, because then Krishna is still there as a second person, as a witness. Only time when there is only two people present in the room is actually when we are thinking ourselves, but Krishna is there, still reading and looking all our thoughts and everything. Можно говорить о том, что два человека, две личности участвуют в отношениях только в одном случае, когда мы одни сидим в комнате и разговариваем сами с собой, потому что Кришна, естественно, присутствует здесь. И вот эти две личности. Every time we talk to somebody, there is minimum three. Но каждый раз, когда мы разговариваем с кем-то, как минимум три личности присутствуют. We cannot come in front of the deity and tell, my dear Lord, I love you so much, I'm doing this for you, this and that. Then go just 10 meters further, talk to our friend, oh my God, you know, this guy, that guy. We cannot do that. Мы не можем стоять перед божествами и говорить, дорогой Господь, я так тебя люблю, я вот это для тебя хочу сделать, а затем отходить в сторону и с кем-то начинать кому-то перемывать кости. Because the same person who is in that Archamurti form, in the deity form, that person is with us there during that conversation as well. Потому что та же самая личность, которая находится в божестве, в Арчамурте, когда мы к нему обращаемся, та же самая личность находится с нами, когда мы с кем-то другим разговариваем. I asked my spiritual master, he's calling Jayapataka Maharaj, when we have problems, and in management you're discussing about problems every single day, right? Your job is to solve problems. How, what is the right mindset to discuss about problems at all? Я спросил своего духовного учителя, святейшего Джаяпатаку Махараджа, а как быть, когда в менеджменте нам нужно обсуждать какие-то темы, нам нужно решать проблемы, и ты всегда говоришь о проблемах, и твой ум в это погружен. And he was telling me two things. И
он сказал мне две вещи. First thing, you need to respect the situation, the problem, even those who are not, who are making mistakes. Первое, нужно уважать эту ситуацию, уважать даже тех людей, кто совершают ошибки. And you, second is, you have to be detached with solution. What will happen doesn't depend on us, depends on the Lord. И второе, нужно быть отрешенным, нужно понимать, что результат не зависит от нас, он зависит от Господа. Our job is only to give our best. Наша задача делать все, что мы можем, и все. Now, how to develop a proper relationship? Теперь вопрос, как построить правильные отношения? Or to fix those which are not proper. Или исправить те отношения, которые неправильно, не складываются. Krishna book chapter 7, salvation of Trinavarta. В 7 главе книги Кришны «Освобождение Тринаварты» говорится. It said that conditional life is due to this contamination only. Обусловленная жизнь связана, происходит из-за осквернения. And as soon as it is cleared off, и как только все это очищается, contamination, это осквернение уходит, then naturally the dominant function of the living entity, тогда естественно проявляется естественная природа живого существа. Rendering service to the Lord awakes. Служение Господу, пробуждается эта природа. By developing, listen this carefully, by developing his eternal relationship with the Supreme Lord, послушайте внимательно, дальше говорится, развивая свои вечные отношения с Верховным Господом, one becomes eligible to create friendship with devotees. Человек обретает квалификацию, чтобы строить дружеские отношения с преданными. I will repeat one more time. If you have to remember one thing from today, please remember this. Я еще раз повторю это, и если из всей лекции вы запомните лишь один момент, пожалуйста, запомните вот это. Yes. By developing his eternal relationship with the Lord, развивая свои вечные отношения с Господом, one, only then one become eligible to create friendship with devotees. Только тогда человек становится способным строить дружеские отношения с преданными. Basically, we cannot develop the proper relationship with the Lord if we cannot create the proper friendships with devotees if we didn't create the proper relationship with the Lord. По сути, мы не можем построить правильные дружеские отношения с преданными, если у нас нет правильных дружеских отношений с Господом. And now we're going back to our verse from today. Мы возвращаемся к сегодняшнему стиху. We can have different feelings towards Krishna. У нас могут быть разные чувства к Кришне. Some of us can feel, okay, I wish I'm the boy who is running with Krishna whole day and taking care about cows. The other person can think, oh, I would love to be a gopi. And we can have different feelings towards the Lord. Кто-то думает, вот мне бы хотелось быть мальчиком-пастушком и с Кришной бегать целый день по пастбищам за телятами, коровами. А кто-то думает, а мне бы хотелось быть гопи. Так у нас могут быть разные чувства к Кришне. But ultimately, we go back to the second part of Akrura's behavior. In the spiritual realm, he was just a servant of the Lord and he was respecting the Lord. Но в конечном итоге мы возвращаемся ко второй части поведения Акруры. На духовном уровне он всегда был слугой Господа, и он выражал почтение Господу. And we need to behave with the Lord with full respect. И мы должны строить отношения с Господом с полным почтением. And only once we develop that proper relationship with the Lord, then we are candidates to become proper friends with other devotees also. Только когда мы вот так выстроим правильные отношения с Господом, только тогда мы становимся кандидатами, чтобы строить дружеские отношения с преданными. Why is that? It's because we will understand that when we have relationship with friends, devotees, that we are never alone. There are many witnesses there to that relationship. Почему так? Потому что только тогда мы поймем, что когда мы строим отношения с другими преданными, мы никогда не бываем одни. Есть свидетели этих отношений. And that will save us from something which I personally believe that at least 80% of devotees are falling down because of that, and that's making Vaishnava parad. И это защитит нас от того, из-за чего, как я считаю, 80% преданных падает, а именно от Вайшнава апарадхи. Now we have another specific relationship that it's always sometimes challenging in life, especially when certain situation happened to some devotees. Unfortunately, it didn't happen to me, but many devotees they went through that relationship with spiritual master. И теперь мы переходим к следующим отношениям, которые бывают очень непростыми для преданных. Это отношения с духовным учителем.
First of all, it should be very clear that spiritual master has to be bona fide spiritual master. Прежде всего нужно подчеркнуть, что духовный учитель должен быть авторитетным духовным учителем. And Srila Prabhupada was definitely bona fide spiritual master. Шрила Прабхупада несомненно был авторитетным духовным учителем. And I'm going to read to you what he was telling to his disciples to prove that his relationship with them is very deep. И я прочитаю вам, что сказал Шрила Прабхупада своим ученикам, объясняя глубину их отношений. Брамананда Прабху, 1969, he sent one very emotional letter to Srila Prabhupada. В 69 году Брамананда Прабху написал Шриле Прабхупаде письмо, которое было очень эмоциональным. He was asking Srila Prabhupada, what are guarantees that I will take out of the clutches of Maya and after this life go back? Он спрашивал Шрилу Прабхупаду, а какие гарантии, что я вырвусь из тисков Майи и в следующей жизни вернусь к Господу? And here is the answer of Srila Prabhupada. И вот что Шрила Прабхупада ответил. He was actually requesting Srila Prabhupada that he wants to go back no matter what after this life. Брамананда Прабху на самом деле просил Шрилу Прабхупаду, что он в любом случае хочет уйти к Господу после этой жизни. Srila Prabhupada's answer was, regarding your request for your deliverance from the clutches of Maya. Шрила Прабхупада отвечает, что касается твоей просьбы освободиться из тисков Майи. Please rest assured of being delivered. Пожалуйста, будь уверен, что ты освободишься. Because we have captured the strong chain of disciplic succession. Поскольку мы схватились за крепкую цепь ученической преемственности. This chain is coming down from the highest platform, Krishna. Эта цепь идет с высшего уровня, от Кришны. Just like a rope comes down the well so that anyone who may catch the rope from any position is sure to be delivered. Так же, как веревка, она сверху спускается в колодец, и любой, кто схватится за эту веревку, он освободится. Our aim has to be not to give up of the rope. Поэтому нашей целью должно быть не отпускать эту веревку. We must catch that rope very tightly. Мы должны очень крепко держаться за эту веревку. Then our deliverance is assured. Тогда наше освобождение гарантировано. Now, personal, so far as I am concerned, Srila Prabhupada said. И дальше Шрила Прабхупада говорит нечто личное. Что касается меня, in relationship with my disciples, в отношениях с моими учениками, who are so kindly cooperating with me in the matter of my rendering service to my spiritual master, которые любезно сотрудничают со мной и помогают мне служить моему духовному учителю, for them, I'm always ready to come back from Goloka Vrindavan. Ради них я всегда готов вернуться назад с Голоки Вриндавана. If they are not delivered already along with me, если они не будут освобождены вместе со мной, I'll come back. Я вернусь назад. So don't be worried about the clutches of Maya. Поэтому не беспокойся из-за тисков Майя. Better be fixed in your determination and go on serving the Supreme Lord Krishna. Лучше утвердись в своей решимости служить и продолжай служить Верховному Господу Кришне. With determination as you're already doing. С той же решимостью, как ты это уже делаешь. Just continue. Просто продолжай. This is the bona fide spiritual master. Таков авторитетный духовный учитель. Spiritual master never give up of his disciple. Он никогда не отказывается от своего ученика. And bona fide disciple, there is also category of bona fide disciple, he never give up of his spiritual master. И истинный ученик, он тоже никогда не отказывается от своего духовного учителя. Sometimes there are challenges. Иногда возникают какие-то сложности, вызовы. Sometimes spiritual master stop being bona fide, or he was never bona fide, and they don't belong in that category. But we're talking about bona fide. Иногда духовный учитель перестает быть истинным духовным учителем, или, может быть, он никогда и не был им. Но мы сейчас говорим об истинных духовных учителях. So what is the right way to develop relationship? Итак, как же правильно строить отношения? There is one verse in Shrimad Bhagavatam, which is really, it's giving like PhD of relationships. В Шримад Бхагаватам есть один стих, очень важный. Это, по сути, как самая важная докторская степень по отношениям. The verse is 4.11.13. Это 4.11.13. Титикша Карунайя Майтра Чакхила Джантушу Самадвейта Часаратма Бхагаван Сампрашидати. The Lord is very satisfied with his devotee. Господь очень доволен своим преданным. When devotee greets other people with tolerance, когда преданный относится к другим людям с терпением, mercy, с милосердием, friendship, с дружелюбием and equality.
и равно относится ко всем. And then in purport, Srila Prabhupada is giving that synopsis of our today's topic. И в комментарии Шрила Прабхупада описывает самую суть нашей сегодняшней темы. It is the duty of an advanced devotee in the second stage of devotional perfection. Такова обязанность продвинутого преданного, достигшего второй ступени духовного развития. To act in accordance with this verse. Действовать в соответствии с этим стихом. There are three stages of devotional life. Есть три стадии духовной жизни. In the lowest stage. На низшей стадии. A devotee is simple concern with the deity in the temple. Преданного интересует только божество в храме. That's the third stage. Это третья стадия. Just follow. And he worshiped the Lord with great devotion. И он поклоняется Господу с большой преданностью. According to rules and regulations. В соответствии с правилами и предписаниями. Then we come to second stage. Затем мы поднимаемся на второй stage, уровень. На втором уровне. Devotee is becoming cognizant of his relationship with the Lord, his relationship with fellow devotees, and his relationship with persons who are innocent, and his relationship with the persons who are envious. На втором уровне преданный осознает, различает свои отношения с Господом, с другими преданными, с невинными и с враждебными людьми. Sometimes devotees are illiterate by envious persons. Sometimes devotees are illiterate by envious persons. Иногда завистливые люди нападают на преданных. It's advised that advanced devotee should be tolerant. И рекомендуют продвинутому преданному рекомендуется быть терпеливым. He should show complete mercy to persons who are ignorant or innocent. Он должен проявлять полное милосердие к невежественному человеку или к невинному. A preacher devotee is meant to show mercy to innocent persons. Проповедник должен проявлять милость к невинным. Whom he can elevate to devotional service. Тем, кого он может возвысить в процессе преданного служения. Everyone by constitutional position is internal servant of God. По своему изначальному положению каждый является вечным слугой Господа. Therefore, a devotee's business is to awaken everyone's Krishna consciousness. Поэтому задача преданного пробуждать сознание Кришны в каждом. That is his mercy. В этом проявление его милосердия. Then there is also answer for those who are thinking, okay, if some relationship is toxic for me, should I just cut that relationship? И дальше дается рекомендация для тех, кто думает, ну да, вот эти отношения для меня токсичные, нужно ли мне просто обрезать эти отношения? Шрила Прабхупада said, as for devotees' treatment to other of other devotees who are his equals, he should maintain friendship with them. Шрила Прабхупада говорит, что касается отношений с равными, то с ними нужно строить дружеские отношения. His general view should be to see every living entity as part of Supreme Lord. Преданному нужно стараться видеть каждое живое существо как частичку Верховного Господа. There are some of the good qualities of devotee. These are some of the good qualities of devotee. Вот некоторые из добродетелей преданного. So basically, the point is that if we want to be first stage devotee, just going to the temple, just worshiping deities is enough. Итак, по сути, здесь говорится, что если мы хотим быть преданными на первом уровне, тогда просто достаточно ходить в храм и поклоняться божествам. If we want to be the second stage devotee, но если мы хотим быть преданными второго уровня, just worshiping deity is not enough. То просто поклоняться божествам недостаточно. We also have to respect and develop relationship with devotees. Мы также должны выражать почтение преданным и строить с ними отношения. And we have to show mercy towards those who are innocent or envious. И мы должны проявлять милосердие к невинным людям. If somebody can be envious between devotees, если кто-то завидует преданным, do you have experience sometime that some devotee is showing some signs of enviousness? У вас есть такой опыт, что иногда преданные проявляют какие-то признаки зависти? Can you raise up hand if somebody has that experience? Поднимите руку, у кого был такой опыт? That you face sometime devotee who is maybe a little bit envious? Что вы встречали преданного, кто, может быть, немного завистлив? Is there somebody here who felt that maybe he was envious sometime in his life? А есть кто-то, кто чувствует, что вы иногда бывали завистливы? Поднимите руку. Should we just give up of that devotee? No. Должны ли мы просто отказаться от отношений с этим преданным? Clearly written here that we need to show mercy. Здесь очень ясно написано, что мы должны проявлять милосердие к такому преданному. Now what is mercy? А что такое милосердие? Well, the mercy is very simple and very great thing.
a very great way of doing the friendship. When somebody start going into that path of enviousness, innocence means start gossiping, start talking some negative things. We have to try to put relationship back into right track. Милосердие означает, когда человек встает на этот путь зависти, когда он начинает говорить какие-то сплетни, негативные вещи. Мы должны постараться вернуть его в нужное русло. I know that it's not very popular. You know, when somebody starts talking to you about problems and this and that, you tell him, okay, do you remember in the fourth canto? And then you go back to the Shrimad Bhagavatam. It's not very popular. Что такой подход не очень популярный среди преданных, когда кто-то начинает говорить о политике, вот ты знаешь, вот этот, вот тот, а вы ему говорите, а помнишь, что написано в четвертой песне Бхагаватам? Это не очень популярно среди преданных так поступать. But it's very useful. Но это очень полезно. It's useful for yourself. This is how you're showing mercy to that person. Это полезно для вас, потому что так вы проявляете милосердие к этому человеку. So the wrong thing is just to say, look, from today you're dead for me. I'm not associating with you because you're not talking about the Lord. That's not showing mercy. Это будет неправильно просто сказать, что все, с сегодняшнего дня ты для меня больше не существуешь, потому That's что cruel. Ты говоришь всякую ерунду. Это That's не cruel. Милосердие, это жестокость. Showing mercy means trying again and again, trying to put back person into right position. Милосердие означает снова и снова пытаться, давать шанс, снова и снова пытаться вернуть человека на правильную стезю. And the main reason why we have to do that is because we don't have time. We don't have time. We don't have time to waste. И самая главная причина, почему мы должны так поступать, потому что у нас просто нет времени. There was a very short story I want to share with you 3 minutes, and then I will finish this class. Я хочу закончить короткой историей. There were three friends. Было три друга. Those three friends were all three like very intellectual, highly educated people. И эти три друга были очень разумными, образованными, интеллектуальными. They had a very rich life. И они жили очень богато. And they made one resolution, they're gonna meet each other every year for one day on the same place, sitting on the same bench together and discussing and having fun and you know, spending friendship. И они приняли такое решение, что каждый год в один и тот же день они будут встречаться друг с другом в одном и том же месте и будут просто вместе общаться, веселиться и хорошо проводить время. So many years passed by, they had very rich, beautiful lives. They were meeting each other. And then one year again they came and they sit together. И вот много лет прошло в таком духе. Они жили очень богатой, хорошей жизнью. Они встречались каждый год. И вот однажды. And then one of those three friends watched the other two friends, right? And he said, "You got so old." Однажды прошло много лет, они встретились также в день, и один из этих трех друзей посмотрел на двух других, слушайте, and и сказал, вы такими старыми выглядите. Yeah, said, yes, они посмотрели на него и сказали, ну, ты тоже. Они поняли, что они уже состарились. И тогда они перестали говорить и задумались. I'm not sure anymore that we're gonna meet each other next year. И затем один из них сказал, знаете, а я не уверен, встретимся ли мы втроем в следующем году. It's not certain anymore. Это уже нельзя гарантировать. And then the other friend is looking at him and he was telling, what you're talking about? А другой посмотрел на него и сказал, слушай, ну о чем ты говоришь? You're talking about next year. Ты говоришь о следующем году. I'm not sure that we can see each other next day. Я не уверен, что мы даже завтра сможем друг друга увидеть. Who can guarantee that we're gonna live next day? Кто может гарантировать, что завтра мы будем живы? Who can guarantee that all people in this room will be alive next day? Кто может гарантировать, что все сидящие в этой комнате будут живы завтра? Is there some certainty? Есть ли тут какая-то гарантия? No. Нет. And then the third friend was watching them, and he told them, "You guys, you're so optimistic." А третий посмотрел на них и сказал, ребята, ну вы такие оптимисты. He's talking about years. Он говорит через год. He's talking about days. А он говорит несколько дней. I don't know even if I'm gonna breathe next breath that I'm gonna take that I will still be alive. Я не знаю даже, смогу ли я следующее дыхание сделать, буду ли я жив еще. And then they figure out actually the truth about life. You never know when it's gonna end. И тогда они осознали вечную правду жизни. Никогда не знаешь, когда жизнь закончится. We don't have some guarantees. У нас нет никаких гарантий. It's all about statistical speculation. Все это статистические спекуляции. I'm already alive 50 years. Я живу уже 50 лет. So statistically, you know, by following statistics, the people live maybe 70, 80 years. If you're lucky, 85.
То есть right? по статистике люди доживают до 70-80 лет, а кому-то везет до 80 лет. Поэтому у меня есть еще 20-30 лет. I can a little bit gossip, I can a little bit dream about this and that, I can a little bit do this and that. Я могу немного посплетничать, могу немного то или что-то еще сделать, но времени много. This is not the attitude of devotee. Но настроение преданного не такое. Of course, we should not think about when we're going to leave body. Конечно, мы не должны постоянно думать, когда я умру. But we should behave like every moment is our last moment in the life. Мы должны строить жизнь так, как будто каждое мгновение это наше последнее мгновение. This is only way to convince mind how serious is wasting time for unnecessary things and how important it is to do only things which will help us after this life. Это единственный способ убедить наш ум, насколько это серьезно, чтобы не терять пустое времени, и как важно делать только то, что поможет нам в нашей следующей жизни. If somebody like Akrura was behaving in such a way, following etiquette, following everything properly, who are we not to follow? Если даже такая личность, как Акрура, тщательно всему следовал, следовал этикету и так далее, то кто такие мы, чтобы не следовать? And believe me, if we start fixing on this particular aspect about relationships with us, with friends, with spiritual master, with the God, so many things can change, and also this moment and society can change as well. И поверьте, если мы начнем серьезно думать об этих вещах, об отношениях с собой, с другими, с духовным учителем, с Богом, то очень многое изменится в нашей жизни и очень многое изменится в нашем обществе. And the only way is to put Lord in the center. Единственный способ – это поставить Господа в центр. And all the time to keep occupy mind in devotional service. И все время занимать наш ум мыслями о преданном служении. Everything else is less relevant in our mind. Все остальное гораздо менее значимо в нашей жизни. Because there is a big chance that maybe we're going to be tricked by Maya, that we don't have enough information about something and we already drawing opinion about it. Потому что велики шансы, что Майя нас обдурит, когда у нас недостаточно информации по какому-то вопросу, а мы уже составили свое мнение. You know, to be honest with you, I'm not a member of Mayapur Forum next last 10 years, let's say. Честно говоря, я не читаю, не участвую в Майпурском форуме уже лет 10. I'm not saying it's not important. There are many nice things, there are many great information on this and that. Я не говорю, что это не важно. Там много всего хорошего, много важной информации. But there are some forums just for discussions about certain topics and talking. And you know, even for some topics that I'm more informed about, I can see how little devotees know. Но подчас преданные просто обсуждают какие-то темы, говорят. И по некоторым темам, где у меня больше информации, я вижу, что преданные мало знают и при этом что-то говорят. I agree we should not be blind. Я согласен, что мы не должны быть слепы. But there is the way how to receive those informations in the proper way. Но есть правильный способ, как нам нужно получать информацию. First of all, if we want to know something about something, we need to go to the source and to ask. Directly. Во-первых, если мы хотим что-то о чем-то понять, нам надо обратиться к первоисточнику и спросить его напрямую. And second, we always need to keep respect and to put Lord in the center. И второе, нам всегда нужно оставаться уважительными и ставить Господа в центр. Without that, there is only one victim in the process. Без этого жертвой во всем этом будет лишь одна личность. Us. Это мы сами. Yes. Us. Thank you very much. Shrimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. I know I went a little bit. It's possible? Okay. If you have any question, any comment, yes, Prabhu. Can we have a microphone? Thank you. Hare Krishna, welcome to Prabhu. Hare Krishna, Prabhu, thank you. Вопрос в том, как связан самбандха гьян и правильные вайшнавские отношения, которые вы сегодня описывали, лишенные зависти. Как связан самбандха гьян и правильные дружеские отношения с преданными, которые лишены зависти? What is the interconnection between Sambandha Gyan and proper Vaishnava relationships that you were describing today?
Can you repeat one more time? What is the connection, interconnection between Sambandha Gyan and yes. this proper Vaishnava relationships that you described? How it is connected? Yes. Can you explain to me how what is your understanding of Sambandha Gyan? Вы могли бы мне сказать, а как вы понимаете, что такое Самбандха Гьяна? Это отношение с Кришной, которое вы сказали, что отношение с Кришной равнозначно отношениями с преданными. Самбандха Гьян means our relationships with Krishna and understanding that these relationships are as important or equal to our relationships with devotees. Yes. Лишенные зависти, я еще об этом говорил. Yes. Такое слово употребите, пожалуйста. And also these relationships should be without envy. Yeah. Several times you Prabhupada mentioned in purports, in verses, in classes that we should be careful that we are not dasa, that we are dasa anudasa. Несколько раз Шрила Прабхупада говорил в лекциях, в письмах, что мы должны быть очень внимательны в том, чтобы не быть просто дасами. Мы должны быть даса, даса, анудаса. Maybe our names has only one dasa, dasa, dasi, devidasi, but actually we are dasa anudasa. Может быть, в нашем имени только одна приставка «дас» или «даси», но на самом деле мы «даса, даса, анудаса». And «даса, анудаса» means that servants of the servants. «Дас, даса, анудаса» означает «слуга, слуги, слуги». That we are not qualified to approach directly to the Lord. Что мы не квалифицированы непосредственно обратиться к Господу. We can render service for the Lord. Мы можем выполнять служение Господу. We can offer everything to the Lord. Мы можем предложить все Господу. But the process is to offer true disciple succession. Но процесс таков, что мы должны предлагать это через ученическую преемственность. And the process is also to render service together with other devotees. That's a sankirtan movement. И процесс таков, что мы должны служить вместе с другими преданными. Таково движение санкиртаны. And to be able to achieve that, we need to have relationships. И чтобы сделать это, у нас должны быть отношения. And if you remember Srila Prabhupada's statement when he was leaving planet, one of the last statement he said is, "You will show me how much you appreciate me and love me by showing how much you can cooperate between each other." И, может быть, вы помните, что одни из последних слов Шрилы Прабхупады перед тем, как он оставил этот мир, были его слова, что ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом. Now I prepare one verse to show our relationship with the God. And yeah. It's from again from the fourth canto of Srimad Bhagavatam, which is full of different quotes for relationships. Я подготовил один стих, который описывает наши отношения с Господом. Это стих из четвертой песни Шримад Бхагаватам. 4:23:18. Много стихов, посвященных отношениям. Это 4:23:18. Там описывается история Притху Махараджа. And I will just go to translation because we don't have much time. Притху Махарадж then offered the total designation of the living entity unto the supreme controller of illusory energy, Krishna. Okay, I will do piece by piece, right? Prithu Maharaj then offer the total designation. Resignation. Not resignation, designation. A designation, Yes. Of the living entity unto the supreme controller of illusory energy. Let me put on simple language. Yes, he completely give up any of his duties. He designed, that means he designate from everything what was his previous lifestyle to controller of that energy to the Lord. Притху Махарадж полностью отказался от своих прошлых обозначений, от своих прошлых отождествлений и передал все это верховному контролирующему всеми энергиями, Господу. In that way he became free of knowledge and renunciation. He became free. Yes, free of knowledge, free by knowledge. Free by knowledge and renunciation. And by the spiritual force of his devotional service. И таким образом он обрел свободу благодаря знанию, отречению и духовной силе преданного служения. In this way, being situated in his original constitutional position of Krishna consciousness. Таким образом, утвердившись в своем изначальном духовном состоянии сознания Кришны. He gave up this body as Prabhu. Он оставил свое положение как Прабху. Or controller of senses. Или повелителя чувств. So basically, this was the moment when Prithu Maharaj stopped being Maharaj or anything else.
he became the soul directly connected with the Lord in their original position. То есть, по сути, здесь говорится, что в этот момент Притху Махарадж оставил свое положение контролирующего, управляющего. Он просто стал душой, связанной с Господом, вечными отношениями. And this was the moment when all other relationship doesn't matter, because this is the moment when we had personal touch, personal relationship with the Lord, direct. И в это мгновение все остальные отношения перестали иметь значение, потому что теперь у него были личные отношения с Господом. Before that, he needed to maintain all his relationships. До этого ему нужно было поддерживать определенные отношения. And it was explained in previous verses that was actually his offer to the Lord. И до этого говорилось, что на самом деле это было его подношением Господу. Relationship doesn't mean enjoyment. Relationship means sacrifice. Отношение не значит наслаждение. Это означает жертва. Many devotees, brahmacharis, for example, they believe if I get married, finally, I'm free, liberated. Некоторые преданные брахмачари думают, что вот теперь, когда я женился, теперь все, я свободен, я освобожден. But those who are married, they know very well the truth. Но те, кто right? семья, очень хорошо Marriage знают правду, что семейная жизнь — это не освобождение. It's just another ashram which helps us to purify ourselves. Это лишь другой ашрам, который помогает нам очиститься. Or can help us to fall down more. Или может помочь нам еще больше запутаться. Depends on us. Зависит yes. от нас. So basically, same like Srila Prabhupada mentioned that to devotees that you know you will show me your love, how much you're cooperating with each other. The same way is with Krishna also. You know, he's looking how serious we are according to how much we respect other devotees, other Vaishnavas, and spiritual master and other in our family. Yeah. И также, как Шрила Прабхупада сказал, что ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать. То же самое относится и к Кришне. Он смотрит на то, как мы строим отношения с другими преданными, с духовным учителем. It doesn't mean that we have to be blind on what is right, what is wrong. Это не значит, что мы должны быть слепы и не замечать, что правильно, что неправильно. It just means that even to problems we need to approach to the right way. Это означает, что когда есть какая-то проблема, мы должны решать ее правильно. But it's also true when somebody is like a tiger, the tiger that we mentioned today. Но также правда, что если есть тигр, мы сегодня говорили о тигре. Basically, if somebody doesn't want to change. То есть, если человек уже не изменится, that you're trying again and again to put somebody on the right path. Вы пытаетесь снова и снова человека But настроить you на just правильный feel that you're wasting time and energy. Но вы видите, что вы просто теряете время и энергию. That's it. That relationship is toxic. Then Тогда we should stop trying. Можно в какой-то момент остановить свои попытки. Значит, эти отношения для вас токсичны. Mercy only goes that much as long as it's accepted. Милость... If mercy is not accepted, it's just a waste of energy. Милость идет только тогда, когда человек ее принимает. Если человек не принимает милость, тогда это просто потеря энергии. So if we cannot help somebody, we should just keep healthy distance. Поэтому, если мы не можем кому-то помочь, то просто надо поддерживать здоровую дистанцию. Also, if somebody cannot help us, и также, если you know, кто-то не может нам помочь, help both directions. То есть отношения не в две стороны строятся. Then also, you know, it's good not to go too deep into that kind of relationship. То тоже, может быть, не стоит глубоко погружаться в эти отношения. Like I see some devotees, they're spending so much time. Okay, let's go to play this, then let's go to watch Netflix, then let's go to do this and that. Я часто вижу, как преданные строят отношения. Пойдем вот в эту игру поиграем, пойдем вместе Netflix посмотрим, пойдем вот это сделаем. This is some kind of massage for mind, right? Это просто какой-то массаж для ума. Что-то But вот is такое. It useful relationship? Но насколько это полезно для отношений? How much more I'm Krishna conscious about after that relationship? Насколько я становлюсь более сознающим That's Кришну после таких отношений? For those who wants to be serious, for those who wants to be second stage devotees, I'm not talking about stage one, I'm talking about stage two devotees. They need to be careful about that. Вот те, кто действительно серьезны, кто хотят достичь второго уровня, я не говорю о преданных первого уровня, а о преданных второго уровня, они должны быть осторожны с такими вещами. But very important is even those who are making mistakes, even those who doesn't want to change, we should not just blast them, we should not just talk bad about them or something. We should pray for them. That's showing mercy. Но даже если человек не хочет меняться, не исправлять свои ошибки, это не значит, что мы должны критиковать, поносить такого человека. Нет, мы должны оставаться уважительными и молиться за него. Вот это и значит проявлять милосердие. Thank you, bro. Спасибо, Прабху. Yes. Who was first? Матаджи was first? I think so. Сказали, прямо, что
Yes. No, it's not a statement was not that unless we don't have relationship with Krishna, that we cannot have relationship. Of course, you can have relationship with others. The statement is clearly, if we don't have relationship with the Lord first, we are not equal. That means that we cannot have a good quality relationship with devotees. Говорилось, that's the statement. Что в лекции говорилось. You understand the difference? Sorry, let me translate for devotees. Yes, please. Yes, в лекции, то есть был вопрос и ответ таков, что на самом деле не совсем так. В лекции говорилось о том, что если мы не строим правильные, качественные отношения с Господом, если мы не строим отношения с Господом, то мы не можем построить правильные, качественные отношения с преданными. Вот об этом говорилось. If somebody is not Krishna conscious, если человек не в сознании Кришны, if somebody doesn't fulfill his duties, если он не выполняет свои обязанности, somebody doesn't chant rounds, если он read, не повторяет круги, не читает священные писания, не ходит в храм, doesn't maintain his relationship with the Lord, не поддерживает свои отношения с Господом, he's coming into stage of mind where he start thinking about other things in the life. Тогда его ум настраивается так, что он начинает думать о всяких других вещах в жизни. He start thinking about so many mundane things, how Srila Prabhupada like to call it. О многих материальных вещах он начинает думать. And then minds become occupied with that, not with the Krishna consciousness anymore. И тогда ум человека занят этими вещами уже, and а не сознанием Кришны. And we have tendency every time when we have relationship with somebody to drive relationship, to drive conversation in the area that is interest of us. И у нас есть такая тенденция, каждый раз, когда мы строим с кем-то отношения, переносить отношения в ту сферу, которая интересует нас. And if my main interest is not Krishna consciousness, if my main interest is something else, I will try to talk to my friend about that. Если мои интересы не в сознании Кришны, а не какие-то другие, то я буду со своим другом вот об этом и говорить, что меня интересует. And if I'm strong in talking, if I'm very clever into making conversation, I will pollute that person's mind. Если я очень хорошо говорю, если у меня такой развитый ум, я могу вести беседу, то я человека тоже вовлеку в эту тему. So it's not that we cannot have relationship, but relationship is not healthy anymore. Поэтому не значит, что без отношений с Господом мы вообще не можем строить никакие отношения. That's the word equality is there. Means in the case if I have the proper relationship with the Lord, I can be benefit for my friend as well. Просто без отношений с Господом я не могу строить здоровые отношения. Вот в чем это смысл этого слова равное отношение ко всем. Если у меня нет отношений с Господом, я не смогу равно относиться ко всем. Вот что я имел в виду в лекции. It's just about quality of relationship. То есть речь идет о качестве отношений, которые мы строим с другими людьми. Even if we don't think about ourselves so much, we need to be Krishna conscious for people who are around us. Даже если мы сильно не заботимся о себе, но мы должны быть в сознании Кришны ради людей, которые нас окружают. That's giving mercy. Вот что значит проявлять what милосердие. Is opposite of mercy? А что противоположность милости? Selfishness. Эгоизм. If we don't do that, we are selfish. Если мы это не делаем, мы эгоистичны. Can we be pure devotees if we are selfish? Можем ли мы быть чистыми преданными? Can we become devotees if we are selfish? Можем ли мы вообще стать преданными, если мы эгоистичны? What we are doing here, then? Что мы тогда тут сделаем? That's our responsibility. Это наша ответственность. Вот почему мы пришли сюда. I didn't come here to know each and every gossip of ISKCON. I came here to develop relationship with the Lord. Я пришел сюда не для того, чтобы разбираться в каждой сплетне, которая есть в ISKCON. Я пришел сюда для того, чтобы развить отношения с Господом. And this is what I owe to my spiritual master. This is what my spiritual master wants from me. И вот чего хочет от меня мой духовный учитель. To help him to satisfy his spiritual master and to help me to get connection with the Lord. Чтобы я помог ему удовлетворить его духовного учителя и установить мои отношения с Господом. So it's thank you very much, Madhav. Спасибо большое за вопрос. Yes. Hare Krishna. Thank you.